Казахстанские неправительственные организации принимают участие на Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению 2023. Крупнейшее в Европе собрание по правам человека продолжится до 13 октября. В этом году ее участниками стали свыше 20 представителей казахстанских НПО и представители дипломатического корпуса. Среди них Сергей Коновалов, Усен Сулеймен, Евгений Жовтис, Дмитрий Полторенко и другие. В рамках конференции участниками обсуждаются вопросы свободы слова СМИ, правосудие, предупреждение искоренения пыток и жестокого обращения, а также другие темы. Поглощаем прямо активно информацию, которая там обсуждается. Вот мы были уже и по политическим институтам вчера, было мое выступление. Сегодня вот было замечательное сайд-эвент, который проводил в том числе с участием Евгения Александровича Жовтиса. Самое важное, что нам есть что сказать.